Вы смотрите «Кунсткамеру». Это пятерка самых забавных видеоклипов за неделю. Китай. Город Чунцин. По китайским законам крыша дома принадлежит всем его обитателям. И вот на 20 квадратных метрах плоского покрытия жильцы устроили огород и коллективно на нем трудятся. Так сказать, крышуют в тени картофельной ботвы под сенью баклажанных листьев. Поспел урожай. Собранные овощи, думаю, разделят по трудодням. А как еще? Гонконг, бухта Виктория, соревнования драгонботов. 20-местных каноэ с головой и хвостом дракона. 194 команды из стран Азии, Европы, Канады и Австралии победили драгонботцы из Таиланда. Ну а потом для известных артистов, адвокатов, бизнесменов устраивают гонки на 100 метров в больших корытах. Как это у Маршака? Три мудреца в одном тазу. В старые времена мужчин к роженицам вообще не пускали. Только после родов ребенка выносили показать. Теперь иначе. В Пекине будущих молодых отцов отправляют на курсы. Учат менять пеленки младенцу, купать, укачивать, кормить грудью, ну, понятно, не своей. Даже дают почувствовать, что такое полновесная беременность. Ну, дальше методика пока не разработана. Любовь зла. Посмотрите, во что обернулась неусыпная забота хозяев Самсона, черного лабрадора из Мельбурна. Его раскормили до 85 килограммов. В сторожевую будку не помещается. В смысле питания Самсону ничто человеческое не чуждо. Что семья ест, то и он. Пришлось вести питомца к ветеринарам. Те прописали диету только из собачьей еды и долгие прогулки. Самсончику надо скинуть 42 кило. Соединенные Штаты. В полицию сообщили, по шоссе мчится красный Понтиак, а за рулем 6-летний мальчик. Едет неровно, того и гляди, угодит в кювет. Полицейские бросились на перехват, рискуя жизнью, остановили, обезвредили. В новостях это подали как автодорожное происшествие. Но главное было в последней фразе репортажа. Мальчик пытался уехать к своему биологическому отцу. Это же детская трагедия. От злого отчима ребенок бежит к родному папе. Вот ведь что главное. Вы смотрели «Кунсткамеру». Это пятерка самых забавных видеоклипов за неделю. Thank you.